Петр Порошенко – проворовавшийся президент. Об этом знают все в мире. Он не рукопожатый, с ним встречаются, хотят все меньше европейский лидер. Ну, по Порошенко, в общем-то, мы и говорили на прошлых пресс-конференциях, ситуация очень грустная. В Испанию нельзя, он только приедет в Испанию без статуса президента, будет уголовное дело, потому что виллу он свою покупал из жадности, не легализовав деньги, которые, на которых была совершена покупка. Молдавии, ну, Молдавия рассматривался как один, побил горшки с Плохотнюком, это все знают, Плохотнюк теперь работает с Аваковым, не работает с Порошенко, возвращаться в Молдавию ему нельзя. Остается Канада, но опять-таки существует очень большая, да, Соединенные Штаты Америки отказались предоставлять ему место, куда он может уехать. Остается Канада, но, поверьте мне, вот то уголовное дело, которое разворачивается в рамках борьбы внутриполитических, внутри Соединенных Штатов, между республиканцами и демократами, когда американская помощь разворовывалась окружением Порошенко и видными демократами, и это обязательно будет разворачиваться, это уголовное дело, этот сценарий, оно однозначно ударит по Порошенко. И вполне возможна ситуация, что его из Канады экстрадируют в Соединенные Штаты, и он получит свою мечту, приедет в Соединенные Штаты, но в другом статусе. Что дальше будет по Украине? Ну, очевидно, Зеленский будет президентом. Очевидно, что будут меняться политические элиты, Соединенные Штаты будут дальше рулить, но руль этот будет уже... Сейчас элиты сформированы демократами. Вот будут формироваться элиты, которые, политические элиты, которые работают с республиканцами. Я так думаю, что очень хорошая, вкусная тема – это будет раздел имущества Порошенко. Это, причем разрывать его будут как внутри страны, так и за пределами страны. Вот в Соединенных Штатах есть очень хорошая штука, юридическая компания, которая ведет уголовное дело против какого-нибудь преступника. 15% от средств, которые конфисковываются, получается совершенно официально себе. И потом по лоббистским схемам совершенно официально выплачивают сотрудникам прокуратуры, там, ФСБ, то есть ФБР, прошу прощения, и другим лицам, которые участвовали в этом процессе. Вот эта схема позволяет работать очень эффективно. Ну, например, из 2 миллиардов долларов, это примерно та сумма, которая была разворована, ну, по крайней мере, сейчас фигурирует в материалах уголовного дела, 15% – это хорошая сумма. За 300 миллионов загоняют, достанут откуда угодно. Поэтому ситуация у Порошенко очень сложная.